Премьер-министр Великобритании Ли Страсс заявила, что Россия должна покинуть Украину и выплатить ей компенсации, сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что, по словам британского премьера, только после выплаты компенсации Россия сможет считаться равным партнером на международной арене. Сначала Россия должна покинуть Украину, и мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам, заявила премьер-министр.